Пока лишь огороженная территория и подготовленная площадка. Но к концу года на этом месте должен вырасти второй корпус губернаторского лицея номер 100. Микрорайон Юго-Западный, где находится учреждение, продолжает расстраиваться. Школы детских садов, которые были открыты не так давно, начинает не хватать. К примеру, в лицее сейчас учатся 1700 ребят при проектной мощности в 1000 человек. Поэтому второй корпус на 550 мест как нельзя кстати. Мы, согласно перечню, подготовили всю необходимую документацию на оснащение школы самым современным оборудованием. Оборудование будет приобретено на 108 миллионов 900 тысяч рублей. То есть это будет высоко оснащенная образовательная организация. Все земельные отношения оформлены, разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. В новом корпусе разместится младший блок. Подрядчики уверяют, пребывание школьников в лицее будет безопасным, ведь основное здание находится в паре десятков метров от планирующейся стройки. За этим будут следить специалисты управления образования и Минпросвещения. И следующий этап уже будет по вывозу сетей. 5 больших сетей на этой площадке. Сейчас ждем тех условий от эксплуатирующих организации. Это электрические сети, это ливневая канализация, горсвет, водопровод. На строительство нового корпуса в бюджете заложили 740 миллионов рублей. По установленным срокам здание должно быть готово до конца года. Анна Тищенко, Улправда ТВ.